Возьми пластиковую бутылку и два соска от велосипеда. Соски установи в крышку и дно бутылки. Снизу бутылки подключи резиновый шланг. Возьми компрессор от холодильника. Подключи к нему шланг от насоса. Штуцер для шин подключи к соску. Также подключи продувочный пистолет. Компрессор включи и накачай в бутылку воздух. И получится простая обдувалка для мастерской. Кому идея понравилась, оцените лайком и забудьте подписаться.